Скупого рыцаря будут судить за мошенничество. По версии следствия, летом уроженец города Иваново познакомился с девушкой в интернете. На свидании катал на такси по городу, а затем повез в парк развлечений на Крестовском острове. Барышня захотела прокатиться на аттракционе. Молодой человек составить компанию отказался. Сказал, нужно срочно позвонить маме, но телефон разрядился. Обвиняемый попросил у потерпевшей мобильный телефон. Девушка, не заподозрив в его действиях ничего противоправного, разрешила воспользоваться гаджетом. После чего фигурант уголовного дела забрал телефон, дождался, когда потерпевшая сядет на аттракцион и ушел, причинив ей значительный материальный ущерб. Девушка обратилась в полицию. После задержания мужчина заявил, забрал мобильник, чтобы компенсировать расходы на свидание. За такой способ компенсации ему грозит до 5 лет колонии.